Наши прекрасные туристы из России, наконец-то туристы из Москвы, из России, приехали в Египет отдыхать в город Шарм-эль-Шейх. И сегодня ездили со мной в монастырь Екатерину. И мы только что закончили экскурсию. Я сейчас их спрашиваю, как им экскурсия, и как им Египет, и как всего. Ну что ж, что вы скажете? Мы скажем, что экскурсия замечательная, экскурсовод очень профессиональный, очень внимательный, очень... как бы чутко чувствует потребности туристов. Но вообще Египет прекрасная страна, жарко, в отличие от того, что в Москве. В Москве дожди. Что вы скажете? Море хорошее. Поездка интересная, не устали, все. Дороги интересно рассказывали. Стали посмотреть все, что можно посмотреть. Девочки, экскурсия очень интересная. Скажите русским туристам, чтобы они прилетели к нам. Приезжайте к нам, русские туристы. Ура, спасибо.